Ну, я думаю, нужно обладать усидчивостью и какой-то сообразительностью для умения решать, придумать эти вот идеи для задач. Вот, наверное, основные качества. Ну, еще нужно математику уметь хорошо понимать. Чтобы именно на соревнованиях побеждать, нужно много работать, нужно изучить много алгоритмов, выходящих за университетскую даже программу, нужно тренироваться, решать много задач, упорство. Ну и, конечно, какой-то элемент таланта тоже должен быть. И нужно, естественно, обладать качествами, которые позволяют человеку сохранять работоспособность на протяжении очень длительных периодов времени, потому что, чтобы дойти до такого уровня, одного года, конечно, мало. Как правило, у человека занимает 3, 5, а то и больше лет, чтобы дойти до уровня топовых команд сбора.